Весь мир, в том числе и казахстанский Минздрав, сейчас следит за ходом клинических испытаний вакцин от коронавируса. При этом чиновники с высоких трибун заявляют, что, возможно, рассмотрят возможность закупа препарата, к примеру, германского производства, в случае его официальной регистрации. Отметим, что немецкие производители заявляют, что их вакцина в ходе исследований показала 90% эффективности. Как сообщают информленты, по данным ВОЗ, на сегодняшний день больше 10 вакцин разных стран проходят тестирование. В нашем государстве бесплатную иммунизацию от ковида, по подсчетам Минздрава, смогут получить больше 3 миллионов человек, или 15% всех граждан страны. После официальной регистрации вакцины с доказанной эффективностью планируется закупить почти 2,5 миллиона доз. Предварительная договоренность о поставках препарата уже есть с Россией. Но пока не все горожане готовы привиться от коронавируса. Нет. Почему не хотите? Ну, потому что не знаю, как это скажется на моем здоровье. Не знаю даже. Сейчас очень вообще к прививкам все относятся подозрительно. Страшная болезнь, коронавирус, это чума 21 века. Вот. То есть вы полностью научным работникам доверяете? Да, я одобряю все это. Это очень даже хорошо. Вот. Это польза для людей, чтобы жили, расцветали. Нет, я не готов к этому. Почему? Я не верю в это, что есть такой вирус. Вы до сих пор не верите, что есть коронавирус? Да, я не верю в это. А чего такое неверие? Свое мнение такое. Думаю, это выдуманное, скорее всего. У вас близкие, знакомые, никто не болел? Нет, слава Аллаху, никто не болел. Надеюсь, не будет. Но вакцинироваться не будете? Нет, я не буду. Просто я не доверяю ему, и все. Пройдется, мне кажется, вся эта болезнь, весь этот вирус. Он, конечно, очень страшный, как говорят, он мутирует. Но пока я не верю, честно. Пройдет время, пусть кому-то там сделают. Посмотрим на этих людей, которые вакцинируются, а потом, может быть, и мы тоже. И чтобы не достичь такого уровня роста, как в Бразилии, например, или в других странах, где люди, почти многие умирают, нужно с этим бороться, больше финансировать. Я думаю, что вакцинация нам нужна, чтобы поддерживать иммунитет человека. И, наверное, народ делает не прав тем, что они отказываются, боятся. Конечно, это понятно, потому что они боятся за свое здоровье, но, наверное, я пройду вакцинацию, приму. Не буду, и все. Но причины какие? Причина, не верю я в это. Весь мир разрабатывает, и все свою продукцию хотят толкнуть. Денежный вопрос превалирует над этим. Как известно, отечественные вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане разрабатывают две организации. Это научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Международный центр вакцинологии при Аграрном университете. В настоящее время ВОЗ зарегистрировала уже 4 вакцины кандидата казахстанской разработки. 2 из них сейчас проходят доклинические испытания на животных, сообщает 24KZ. Ализация Киева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».